Новый спектакль шоу-балета «Тодос» собрал вместе своих самых звездных выпускников. Что из этого вышло? О чем в личном интервью нашему Сергею Годуну рассказала Алла Духова? Узнаете уже через пару секунд. Наверняка нет ни одного человека в нашей стране, кто не знает, что такое «Тодос». Это слово уже давно стало нарицательным. Танцы, страсть, эмоции – все это и многое другое, как и всегда, ждет зрителей в новом спектакле легендарного шоу-балета. Еще толком год-то не исполнился театру, а у нас уже 4-й спектакль. Это из нашей сокровищницы, что называется, да? Мы взяли наши номера «Хиты», которые мы поставили очень давно. Постановка называется «Мы», и в ней участвуют прославленные танцоры «Тодоса» из разных составов прошлых лет. Я из самого первого, когда еще никто еще не пришел, я был один. Вот. А потом... Алла решила основать «Тодос». Да. Александру Реве с его хореографией, конечно, далеко до «Тодоса», но шоу, хотя бы как зритель, он не может пропустить. Сюда, зайди, пожалуйста, я... красота! Обожаю, я просто за полтора, там, два часа ты выходишь, ты идешь потом по улице, не спишь, танцуешь круглосуточно. Но это заряд такой получаешь на несколько месяцев. Постоянно танцует и выпускник шоу-балета Влад Соколовский. Когда прихожу сюда, в театр, смотрю какую-нибудь программу, и есть все-таки номера... В связке сидим. Есть номера старые, да. И Рита иногда на меня так смотрит, такая, типа... Что это он? Ты что делаешь? А я просто вместе с ними сижу, я говорю, я танцевал это 9 лет назад. Да и Олег Газманов в движении постоянно. По слухам, коронное сальто певцу ставила сама Алла Духова. Я сам могу поставить. Это не танец, это крик души. Делаю сальто, дорого. Какой нервный слово. Сальто не Алла Духова ставит. Нет. Мы радуем себя, потом, естественно, наших зрителей. И в следующем году мы выпустим обязательно еще один спектакль. Репертуар наполняем. Открыли театр. Все, чувство ответственности. Сергей Гладун и Влад Шумахер про новости.